Видишь? На вокзале. Нет. Мысли. Ну, в переходе как бы. Почему на вокзале? Ладно. Ну, бля. Это нормально, да. Так, вот Лёша прыгает. А Черик все это время в хлупе, короче, был, он тебя слышал. Он просто посмотрел на все это, он постоял реально, посмотрел. Не слушай даже. Это очень.